Здравствуйте, Анастасия. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в чем концепция премии «Предэкселанс де ля бьюте» и чем она отличается в области красоты от других? Это единственная профессиональная премия в области красоты. А поэтому она и считается международным «Оскаром» в области красоты, потому что в оценке новых средств и в выборе победителей участвуют только профессионалы. По каким критериям производится отбор? Принципы таковы. Это обязательно должен быть новый продукт, который появился в течение одного года. Это должна быть серьезная инновация научная, обязательно. Плюс великолепная текстура, удовольствие никто не отменял. Кроме того, это прорыв в области косметологии, то есть это должна быть инновационность, текстура, прорыв. Это должна быть доступность, обязательно международный продукт, потому что он должен выпускаться во всем мире. Кто вошел в этом году в состав жюри? В российском жюри я председатель. И также входят бьюти-директора журналов «Эль», «Харперс Базар», «Инстайл», «Домашний очаг» и «Грация». Поэтому наша премия считается, честно, вот самой независимой, потому что мы относимся к разным издательским домам. Мы работаем в разных журналах, но мы выбираем одни продукты. Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, Ирина. Пару слов о процессе подготовки. Для нас это мероприятие знаковое. Мы готовимся к нему заранее. За полгода мы начинаем разрабатывать концепцию, отбирать площадку, общаться с музыкантами, с группами. В общем, до самой мельчайшей детали нам важно, чтобы церемония проходила на самом высоком уровне и полностью соответствовала имиджу бренда Marie Claire. Привет, с вами я, Ирина Йовович, и программа «Вечерняя Москва». Сегодня мы посетим торжественную церемонию независимой премии в области красоты «Предэкселанс де ля бьюте». Эта премия любима не только профессионалами индустрии, которые ежегодно стремятся попасть в престижный рейтинг. Выбору экспертного жюри премии доверяют звезды первой величины. Ваши впечатления от премии «Предэкселанс де ля бьюте» журнала Marie Claire? Знаете, я знаю, куда я иду, и поэтому для меня сюрпризов никаких, кроме того, что я очень внимательно слежу за тем, какие продукты получают этот приз. Это большое событие, потому что мы именно на таких мероприятиях узнаем о том, в чью сторону стоит сделать выбор при покупке того или иного продукта, который поможет вам ухаживать за собой. Эта премия отличается тем, что каждый год выбираются по-настоящему те продукты и те бренды, которые предлагают что-то новое. Кстати, в этом году премия «Предэкселанс де ля бьюте» отмечает 30-летие во Франции. И несмотря на то, что у российского аналога премии сегодня не круглая дата, организаторы подготовили для гостей настоящую праздничную церемонию. В чем главное отличие премии «Предэкселанс де ля бьюте» от других премий в области красоты? Самое ее главное отличие – то, что она является международной. Потому что те продукты-победители, которые сегодня будут награждены, они награждены также еще в 30 странах. В чем главное отличие премии «Предэкселанс де ля бьюте» от других в области красоты? И что вас привлекает в ней больше всего? Мнение Marie Claire этой премии для меня имеет очень большое значение. Я знаю, что уровень тестирования
продуктов, выбор лучшего, это можно, знаете, закрытыми глазами доверять. Среди гостей церемонии «Предэкселянс для буте» – знаменитые красавицы столицы, у которых мы, конечно же, расспросили о бьюти-секретах и любимых косметических средствах. В чем успех красоты лично ваш? Мне кажется, в жизнелюбии больше всего. А все остальное – это, ну да, наверное, конечно, хороший уход еще никто не отменял. Но если ты будешь мрачный, то ничего не поможет. Читаете ли вы журнал Marie Claire? Что вас привлекает в нем больше всего? Это красиво. Во-вторых, там можно подчеркнуть что-то интересного, нового, того, что я могу не знать по уходу за собой. Что больше всего привлекает читательниц журнала в бьюти-рубрике? Все, о чем мы пишем, все мы пробуем, все мы видели. Это всегда достоверная информация, в первую очередь. Во вторую очередь, это скорость, с которой эта информация поступает. Как правило, мы знаем о запусках за много месяцев до того, как средства появляются в России. И те, кто за этим следит, они, конечно, полагаются на нас и на наше мнение. Что больше всего вас привлекает в церемонии «Предэкселянс для буте»? Прежде всего, меня привлекает, конечно же, новые знания, как и везде, потому что я актриса, и, конечно, каждый свой день пытаюсь найти что-то новое относительно каких-то интересных вещей для поддержания красоты, своих волос. В общем, я такая самовлюбленная барышня типичная, которая любит все эти штучки интересные. Здесь, конечно, есть хорошая возможность все это узнать. По мнению авторитетного жюри, премия «Лучшее косметическое средство» – то, что совмещает суперэффектные технологии и способность доставлять удовольствие. И с этим я не могу не согласиться. В какой номинации вы являетесь победителем? Компания «Шанель» в этом году получила приз за номинацию «Уход». Это был новый продукт для нас, который вышел в этом году. Привлекает больше всего в премии «Предэкселянс для буте»? Прежде всего, безусловно, люди, с которыми мы работаем, партнерами, которыми мы являемся на протяжении очень долгого времени, которых мы искренне любим, уважаем. И я думаю, что для нас это не только профессиональное сотрудничество, но и личная теплая дружба. В какой области вы являетесь победителем? Это средство для ухода за телом. Для нас это безумно ценный приз и действительно признание профессионалов очень высокого уровня, мирового уровня. Это очень-очень ценно. Как вы относитесь к журналу Marie Claire? Какие тенденции вы отслеживаете в нем? Marie Claire – это прежде всего ведущий журнал среди моды, средств по уходу, красоты. И для нас очень знаковый выбор, потому что, наверное, Marie Claire – один из немногих журналов, который является флагманом в выборе самых лучших средств по уходу и в мире моды. Желание вашим читательницам журнала Marie Claire? Надо следить за собой, следить за своим телом, за своим лицом обязательно. Женщина должна быть всегда молодой и красивой. Что вас привлекает в журнале Marie Claire? В этом журнале я отслеживаю бьюти-новинки. Они, я всегда считаю, что они попадают в тренд, и мне всегда интересно их читать. В чем успех журнала Marie Claire? У каждого периода есть свой успех. И сейчас журнал Marie Claire переживает особый период, когда женщина хочет быть активной, женщина хочет быть самостоятельной. Журнал Marie Claire для такой женщины сегодня очень хорошая подружка. Программа «Вечерняя Москва» и я, Ирина Йовович, прощаемся с вами. До следующих встреч!